Сегодня видеоконференцию проведет Ли Сангун, это звездный мастер. Надеюсь, вы все хорошо видите. 네, 안녕하세요. 스타마스터 이상군입니다. Здравствуйте, меня зовут Ли Сангун, и я звездный мастер. 지금 여기 배지가 보이시나요? Хорошо видно меня? 그 애트미에서 로얄 인더스 클럽 이상 7년 동안 연구 개발된 배지가 이제 이렇게 달렸습니다. вот он, у него на костюме такая вот брошка. Сейчас вот те, кто в лидерс клубе находятся, вот такие эти дали этим людям, которые находятся в этом атоме, сделала такие брошки специальные для лидеров, для мастеров. 애트미는 이제 우리나라에서 2010년도에 사업이 시작되었습니다. Компания Atomy началась с 2010 года. 그래서 지금 동남아 미국을 포함해서 동남아권의 10개 나라에 지금 진출되었습니다. И сейчас Америка и Юго-Восточная Азия, сейчас где-то 10 стран, в которых открыта официально компания Atomy. 내년도에는 이제 베트남이 오픈이 될 것이고요. И вот скоро, в следующий год, будет Вьетнам открыт. 그다음에 이제 인도네시아. Индонезия. 호주. Австралия. 그다음에 이제 그 전에 호주 되기 전에 이제 중국이 오픈될 겁니다. И также Китай планирует. 중국이 아마 내년도 말 정도, 2018년 내년도 말 정도 아마 오픈될 예정입니다. Вот они сейчас планы идут, чтобы также открыть, наверное, в конце года Китай. 그다음 이제 인도가 원래 예정이었는데요. 인도가 오픈될 예정이었는데요. 아, они планировали также открыть Индию, но, наверное, чуть дольше. 이번 이제 로얄 리더스 워크숍에 가서 확인한 바는 인도보다도 러시아가 먼저 열리는 걸로. И сейчас на лидерском клубе вначале они думали сначала Индию открыть, потом Австралию и Россию, но сейчас на лидерском клубе все-таки, вернее всего, будет Россия сначала открываться, а потом уже другие. Индия потом уже. 그다음 이제 그동안 러시아 지사장 하실 분을 굉장히 여러모로 찾았는데 그동안 찾다가 이번에 러시아의 KT 15년 건물 지사장을 했던 분이 이제 선택이 됐습니다. Сейчас вот нашли как бы руководителя для Atomy. Он работал в KT 15 лет в России. И в принципе как бы он является самым как бы кандидатом на руководителя в России. 그래서 이제 회사에서는 일단 부사장님까지 인터뷰가 끝났고요. 회장님이 인터뷰를 남겨놓고 있습니다. Уже он прошел все туры, кроме тура, где президент должен. 그동안 회장님께서 해외 출장이 많으셔가지고 인터뷰하는 시간이 좀 늦어지긴 했는데요. 곧 아마 결정이 될 것 같습니다. Сейчас президента очень много работы, потому что он постоянно ездит в разные места. В общем, у него много работы, но как только он сможет, он если подтвердит эту кандидатуру, то уже будет руководитель для России. 우리나라 한국의 네트워크에서는 한 124개가 있는데요. 124개. 다 아시겠지만 품질이 좋고 가격이 싼 그것이 하나의 이유입니다. Вы, наверное, уже все знаете, что компания Atomy, у них как бы одна из философий, чтобы были доступные цены, хорошие цены и абсолютное качество. 그동안에 국내 네트워크가 전 세계에 나간 경우가 한 번도 없었는데 애트미가 그런 힘을 가지고서 전 세계로 나가서 성공하고 있는 것입니다. Корейские компании, которые сетевые компании, они не выходили за пределы Кореи. Вот именно компания Atomy имеет такую силу, чтобы выходить в другие страны официально. 그래서 2차적으로 저희가 애트미가 30개국에 2차적으로 진출을 하기로 되어 있고 2차로 60개국에 진출할 계획을 갖고 있습니다.
2차 60. 30개. 1차 30개. 2차 60개 나가는 경우에. 2차 때문에? 회사, 나라, 국가가. 지금 10개 나가. Сейчас 10 план. И планируется хотя, более 60 стран выйти, чтобы Атоми была официально там, официально работала. 그래서 그동안에 나가기로 했던 나라들은 전부 다 오픈이 되었습니다. 약속을 지켜서 오픈이 되었습니다. 이 그 나가기로 했던 약간 했던 나라들 전부 다 계획했던 데를 다 나갔습니다. 이 вот в эти страны все выйдут официально, они хотят откроют как обещание делают. 그렇게 나가는 순서는 그 나라의 매출이 일반 그 유통 무역에서 매출이 많은 나라 순서대로 지금 나가고 있습니다. В первую очередь они идут в те страны, в которых есть спрос. То есть те страны, в которых много потребителей, они видят потребительский спрос и идут в те страны, где много заказов. 어쨌든 이제 러시아에 계신 여러분들의 노력으로 러시아 매출이 많아졌기 때문에 회사에서 러시아를 일제히 오픈할 수 있는 그런 분위기가 만들어지는 겁니다. И сейчас вот так из России стали появилось много заказов, вот у них поменялось это решение, чтобы уже открыть в скором времени Россию тоже. 이번에 Royal Leaders Workshop에 가서도 다시 본사에 임원 중인데 다시 러시아를 빨리 오픈해달라고 또 요청을 했습니다. И он также на лидерском собрании, там, лидерском клубе, он также постоянно говорит о том, что было бы скорее открытие России. Этмин은 Этмин이 잘 되는 이유 중에 또 하나는 원칙 중심이라는 것이 있습니다. 원칙 중심. 스탠다드를 준수시키는. 아, Атоми есть как бы мировые стандарты компании. 그래서 회사에서 정하는 범위 내에서 어떤 변형된 네트워크 마케팅은 진행시킬 수가 없습니다. Они именно идут официально заходят, не как другие там нелегально входящие компании. 그리고 미국에서 한국에 많은 네트워크 회사들이 들어와 있는데요. 보통 3-4년에 다 걸쳐서 준비 단계를 거쳐서 들어오게 됩니다. 미국에 있는 네트워크 회사들이 한국에 들어올 때도 그랬고 한국에서 동남아시아의 말레이시아나 태국에 진출한 회사들도 다 3-4년 준비를 해서 시작했어요. 나부터 아니 그다 이거 какую-то компанию они какое-то время готовятся ходят в эти страны. 그래서 지금 그 러시아는 내후년 2019년 중반으로 좀 잡혀 있습니다. 2019년 중반. 중반. 반. 가운데. 6월 달이죠. 지금 베트남이 내년도 6월 달에 오픈이 되게 돼 있는데요. 나 следующий год в феврале они планируют войти во Вьетнам. 그런 나라들은 지금 회원 등록이 불가능합니다. Во Вьетнаме сейчас нет возможности регистрироваться. 근데 러시아하고 호주는 지금 사전 회원 등록이 가능해지게 했죠. Однако россияне и австралийцы имеют эту возможность. До открытия иметь регистрацию. 그래서 지금 러시아나 호주는 굉장한 혜택을 보고 있는 것입니다. Поэтому у них как бы очень большие ожидания на Австралию и Россию. 그래서 지사가 만들어지고 물류 시스템이 만들어지면 바로 직급자도 나오고 돈도 만들어지게 됩니다. Как только соберется офис для работы, так сразу возможно этот офис по открытию и сразу возможна работа. 그래서 지금 향후에 열리게 되는 다른 어떤 나라보다도 러시아는 큰 희망이 될 수가 있는 것입니다. Сейчас многие лидеры очень большая надежда на Россию. 아마 매출이 점점 더 많아진다고 하면 그 속도는 더 빨리 오픈될 날짜가 짧아질 수도 있겠죠. Да, чем больше они будут видеть, также когда они видят, что больше заказов, ну как желание людей.
бродятами. И после этого, я думаю, вернее всего, быстрее это будет, да, все торопить будут быстрее открытие. Он тоже был раньше в Amway, в Корее, в Amway-ской компании, в Amway. 그동안에 많은 곳에서 실패를 봤지만 팀에서 이제 이게 로얄 인더스에 들어올 정도로 성공을 하는 그런 상태에 있습니다. И сейчас он, сейчас он пришел в Атоми, и в Атоми он дошел до лидерс, Royal Leaders Group клуба. 네트워크의 성공률을 따지기도 하는데요. 애트미는 꾸준히 하신 분은 100% 성공하는 거고, 안 하면 0% 성공률이 없는 겁니다. Ну, люди, которые уже знают, что такое сетевой маркетинг, он уверен, что 100% будет успех в Атоми. Ну, может быть, у тех людей, которые никогда не занимались маркетингом, у них, возможно, может 50%, но, в принципе, у всех может быть успех. Этими посанг плэнен, 그동안에 미국에서부터 일본에서 전 세계 어떤 보상 플랜보다도 아주 빠른 속도로 누구한테나 성공할 수 있는 그런 방법을 만들어 놨습니다. В Атоми специальный маркетинг план, который как бы достигает благодаря этому маркетинг плану люди быстро достигают успеха. Если вот посмотреть также в Америке, в Японии, смотря на другие маркетинговые планы. 그동안 다른 네트워크는 능력이 추천한 뛰어난 사람들만 성공하는 예가 많이 있었는데요. 애트맨은 그렇지 않고 누구나 꾸준히 하시는 분은 누구나 결과를 낼 수가 있습니다. 어떻게? 꾸준히 하시는 분은 계속 하시는 분은 누구나 성공을 합니다. Те люди, которые, ну, можешь смотреть, те люди, которые постоянно вкладываются, вот они смогут достичь. 하여튼 러시아에 하루 빨리 애트미가 더 열릴 수 있도록 저희가 본사에서 더 많은 노력을 할 것입니다. И он предложит все свои усилия, чтобы постоянно говорить в офисе, чтобы Россия как можно быстрее. 그리고 러시아가 오픈되기 전에 저를 포함해서 우리 리더들이 러시아에 가서 여러분들을 만나 뵐 겁니다. Я не хотели бы их лидеры до открытия России уже приезжать в Россию, чтобы начать там работу. 우리 회사는 회장님을 포함해서 약속을 지키는 회사입니다. 꼭 러시아가 오픈될 거니까 걱정하지 마십시오. Сам президент дал обещание, что Россия откроется, обязательно откроется, поэтому никто не переживает за это. Этмиль 만나서 한 3년 내지 5년 정도 노력을 하게 되면 더 이상 돈 버는 일에서 해방되는 일입니다. Те люди, которые там 3 года назад, 5 лет только встретили Атоми, им сложнее они ожидали, добивались, чем сейчас вы, которые только пришли. Этмиль 통해서 Этмиль 사업자들이 한국에서 상위 수입분에서 1%권에 다 들어가듯이 러시아에서도 애트미를 통해서 러시아 모든 국민의 1% 수준의 수입자들이 다 들어갈 수 있다고 저는 확신합니다. 딱 1% 성공자가 될 수가 있다. 부자가 될 수 있다. Все, кто в Атоми, они смогут достичь успеха, стать богачами, миллионерами. Этмиль 만난 것을 다시 한번 축하드립니다. Я хочу вас поздравить то, что вы встретили Атоми. 궁금하신 게 있으면 Если да, что-то вы хотите сказать, спросить, пишите через своих. Интересно, было слышно всем или нет? Если есть какие-то вопросы, через лидера вы можете задать. Также хочу также поздравить с Новым годом, с наступающими праздниками, чтобы все мечты у каждого сбылись. Алло?
это, я включила чат, вы можете там написать вопросы, которые у вас есть.이거만 모은 게 아니라 대부분 들어오실 분들은 들어오게 한 번에 얻을 수 있으니까. 예. 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 нашим спонсорам. Или... Или сейчас, пока вы пишете вопросы, еще и тут всякие новости расскажут. Этомиэнэн юльли чадёг юнэга иссэнда. Тут еще несколько слов, хочу сказать. SNS상에서 он говорит, что в Атоме также есть, как и в сетевых маркетингах, своя этика. Юин행위나 라인 변경 요구사항 있으면 что пока вы находитесь в своей линии, вы не можете их менять, ну, пока вы живы в этих веках. 윤리 자정 요원에 신고했을 때 если вы зарегистрировались под ветку, 애터미 사업을 할 수 없을 수도 있습니다. И вы как бы не вы не можете, никто не может вас, либо если кто-то хочет вас перегнать всю ветку, то нельзя, так не получится. Иначе могут закрыть ветку. 주의해 주시고요. 그리고 이러한 행위가 있을 때는 스폰서에게 연락을 해 주시면 되겠습니다. И если есть такие вопросы, то то сообщайте своим спонсорам. Банком Стамаса 님께서 말씀하셨듯이 여기 보면은 애터미 2018년도 회사 소개서입니다. 여기 보면 вот этот журнал, который вышел компания Атоми. 여기 회장님께서도 и здесь 2018년도에 он говорит как раз говорит в своем Вьетнам, Индонезия, в 2018 году откроется Вьетнам, Индонезия. 차후에 중국, 러시아, 호주, 영국, Россия, Китай, Австралия, Индия. Вот. Англия. 진출할 계획입니다. Вот. И как бы его желание, и все, чтобы желание всех, чтобы это осуществилось. Также, а после этого даже другие страны. 그리고 또 2017년도 회사에서 발행한 글로벌 애터미 매거진입니다. Есть вот Global журнал, который еще выпустится в июне месяце. 여기 보면 да. 여기 보면 지금 유럽 진출 계획도 가지고 있습니다. 유럽 진출. Да, когда они хотят в Европу выйти. 즉 러시아를 교두보로 하여 러시아를 교두보로 하여 сначала прийти в Россию, Францию, потом Европу, Тогил, это Англия, Франция, Холланды, Германия, Польша, Украина, Украина, 등등 여러 나라를 지금 진출할 계획을 가지고 있습니다.
и планы у них такие есть, чтобы пройти почти по все страны зайти. 그리고 지금 회장님 친구분이 현재 러시아 대사이거든요. И также вот сейчас консул, не консул, а по международным отношениям в Корее, который сейчас находится в России, это друг нашего президента Атоми. 그래서 지금 분위기가 좋기 때문에 поэтому это очень хорошая позиция, когда есть человек в России уже,할 것이고, и нужно обязательно открыть Россию. 지금 Success Academy에서도 회장님께서 러시아 오픈을 지금 준비하고 있다고 и на семинаре тогда тоже сказал президент, что Россию обязательно откроем. 그 다음에 지금 하나 더 오더 이벤트를 우리가 실시할 계획입니다. И сейчас он хочет рассказать о как промоушен акция, которую мы хотим сделать, ну как для своих партнеров. 이 이벤트는 2018년 1월 30일까지이며 значит, это 2018년 1월 30일. Да, для в январе месяце с 1 числа по 31. 모든 회원에게 все, кто, все партнеры, лотери, 복권 방식으로 1등부터 которые, 5등까지 ну, 추첨을 하여 которые делали заказы, 기회를 줄 겁니다. Как лотереи смогут выиграть призы. 그 기준은 5만 PV 이하는 한 번. Те люди, которые делали заказы, вот есть номера и их имена, мы, кто сделал заказ там, до 50 тысяч поинтов, он один раз носится. Его. Если там у него заказ побольше, то мы 2, то есть 2-3 имени вносим в общий этот. Если больше 150 тысяч пунктов их заказ человека, то 5 раз это имя. И по этой лотерее будет 5 призов. Первый приз это Абсолют, второй приз это Химахим, третий приз это этот шестиэтапный потом четвертый это гранатовый желебар и последний пятый это набор вечерний уход. И во время после конференции да во время конференции 2 февраля прям в прямом эфире мы выберем победителей. Победители будут находиться через лотерею, то есть те люди, которые делали заказы, мы их все их сохраним эти номера и также выберем. 그리고 오더는 회원이 직접 주문할 수도 있고. Заказы можно отправлять, ну, как вам удобнее, либо лично, либо через своих лидеров. 위 스폰서를 통해서도 주문이 가능합니다. Через своих вышестоящих лидеров, спонсоров, вы сможете отправить нам заказы. 그리고 차후에 러시아 지사장이 선정이 되면 если как только определится назначится руководитель в России 이쪽으로 초대를 해서 мы обязательно пригласим его сюда 함께 컨퍼런스를 진행할 тоже сделаем конференцию с вами со всеми 그리고 필요하다면 и если что-то нужно 애터미 상무님과도 컨퍼런스를 진행할 계획입니다 да, или какие-то вопросы вы можете на конференции тоже задать 2018년 1월 2일부터 회원 가입 시에는 2018년 1월 2일 아, с начала 2018 года со 2 января 회원 가입 регистрация 여권 사본이 필요합니다. При регистрации нужен будет еще скан паспорта. 본사 인증이 필요하기 때문에 потому что компания также в главном офисе будут верифицировать. 이제 몇 년부터는 여권 사본을 начиная со с этого года, с 2018 года, нужно будет подтвердить свою личность еще паспортом. 마지막으로 가능하면 매주 금요일
컨퍼런스를 진행할 계획입니다. 어떤데? 매주 금요일. 매주. А, и мы хотим каждую пятницу в это время делать конференции для вас. 많은 호응을 바라며 우리 파트너분들이 오픈과 동시에 러시아에서 리더스 클럽을 형성하고. 예. 지금. 지금 너무 많이 일하고 Татьяна. Янгуги Раданзи, Франция, Тогил, Чомджан и Геттон, Европ, Чинчуре, Киотугова, Ясмин Амина. И, в общем, Россия, это Кушчан там много. Да, после России уже, чтобы открыто было другие также европейские страны. Англия, Франция, Германия. 그리고 이제 궁금한 점은 이제 바로 이 저희 스폰서님이신 스타마스터님이신 이상봉 본부장님께서 대답을 해주시겠습니다. Да, и вопросы, которые стали, можно ответить. Я хочу сказать, у меня я открыла чат. Я не знаю, наверное, этот чат не могут зайти те, кто не зарегистрирован в YouTube. Я так думаю. Так, сейчас, подождите, начнем. Хансарам Ягису, чигэм его Роща Сарамдыри. Роща Сарамдыри Хангук джипу мани чутаго. Чутаго. Крыдо бизнес хальсу псугу. И чуги сонен тон анбакко, кредо мёц и сарам, чуму на нею, и готу на нею. Чем-то тонгэгит дэя? Сарамдарантэ нэгэ ягиамена? Е. Ори джекпуми гагэгэн сажиман, чамдан мёнпумида. Престиги. В атоми товары, ну, цена была, абсолютно небольшие, низкие цены, но при этом это как бы брендовая, брендовые вещи, продукты. Это именно действительно, то есть на уровне премиум класса эти товары. При том, что цена очень доступная. Поэтому все. Потом, как я рассказывал, что одна дура, то есть, 자동 탈퇴가 되는 것도 러시아하고 똑같이 적용됩니다. Ну и в России, если в течение года ничего не покупать, то этот аккаунт аннулируется. Для россиян то же самое будет. И сейчас уже. 그것은 조직들 개보대에 들어가게 되면 전화기 표시가 뜨는데 그 사람들이. Если вы видите в своей структуре людей внизу с как бы возле имени его телефончик, это значит, скоро этих людей могут аннулировать. Поэтому, если кого вы лично пригласили этих людей, вы можете им также сказать, что нужно хотя бы что-то сказать, чтобы не аннулировался и не аннулировалось это место. Да, и проверяйте в своей структуре этих людей, ну, чтобы не все видят, наверное, не все знают, поэтому вы можете сказать своим партнерам. Крыгунан ягихису. Иху. Пойнты тунан падан готу нынери. Княн вот тут. Пойнты ставан апатты тэмэнэ. Кумэр ананда. 그런데 우리는 이제 직급이 올라가게 돼 있잖아요. 최고 직급자가 갈 때 기본 본인 매출이 240만 포인트라는 점수가 돼 있어야 된다는 거죠. 그건 미리 지금부터 쌓는다고 생각하시면 됩니다. 240만 포인트. 우리가 최고 직급자까지 되는데 개인 점수가 240만 포인트를 누적을 시켜야 된다는 거죠. 이게 무슨 얘기냐? 지난주에 내가 설명했던 거예요, 사장님.
판매사 가려면 본인 PB가 70만 PB, 팀장 가려면 본인 PB가 150만 PB, 국장 가려면 280만 PB까지 해놔야지 직급을 갈 수 있잖아요. 그래서 지금 이 방은 못 봤지만 본인 이름으로 PB를 올려놓아야 나중에 오픈 동시에 자기들이 직급도 갈 수 있고 그것도 되고 수당을 받을 때 한꺼번에 오픈돼가지고 점수가 150만 포인트 딱 뜨면은 본인도 150만이 돼 있어야 그 수당을 취할 수가 있고 240만 포인트 딱 붙을 때 240만 포인트 내가 돼 있어야 그 수당을 먹을 수 있다. Даже если вы сейчас не можете получать начисления от этих поинтов, но благодаря тому, что вы эти личные накопления идут, ваш все равно поднимается. Как только откроется Россия, ВСП, вам не нужно будет накапливать это постепенно и постепенно накапливать это в своих ветках. У вас будут готовые работающие ветки. Поэтому у вас, ну, вообще у вас шанс больше, чем, например, в той же Индонезии, в которой нет регистрации. В том же Вьетнаме, который делает намного больше заказов, чем Россия, и при этом они не имеют возможности регистрации. Когда идем в Рабунго, то вы чекаем Хивон, Хайте, Русия, Сарамханика, Тарен, Украина, Русия, Казахстан, Белоруссия, Рики, Сарам, Шипасо, Хивон, Хивон, Пистанго, Хамен, Чукису. 무슨 얘기죠? 주변 국가들도 하고 싶다는 거예요. 지사장이 나오면 지사장한테 그건 우리가 빨리. 네, они говорят, что вернее всего, когда появится руководитель в России, тогда уже можно они будут думать про регистрацию других близлежащих русскоговорящих стран, потому что первое сначала нужно открыть хотя бы одну страну. 우리가 지금부터 이게 러시아는 지금 오픈되지 않은 국가이기 때문에 전 제품을 다 써볼 수 있는 기회가 지금 있잖아요. 그것이 나중에 사업 오픈이 되면 엄청난 큰 폭발적인 매출을 할 수 있어요. Или из-за того, что есть возможность сейчас посмотреть, узнать этот продукт, пользоваться им, когда откроется, то есть у тех людей, которых эти ветки все знают, этот продукт, то есть это автоматически будет, то есть быстро развиться до уровня мастеров. 러시아는 미국 못지않는 그런 구매력이 있다고 저는 생각하기 때문에 러시아가 오픈되면 중국 뭐 못지않는 그런 엄청난 폭발력이 있는 그런 매출이 발생될 수 있을 것이다. 저는 이렇게 봅니다. 러시아는? 중국에 못지않는, 미국에 못지않는. 이전에 있는 거? 이 매출이 일어날 거 이쪽이 확산되는 정도가 да, 금액이 있기 때문에 и, ну, если будут большой, когда большой спрос, тогда это интересует, тогда компания больше интересуется этими странами. 어떤 동남아시아보다도 구매력이 있다고 판단되기 때문에 러시아는 빨리 이렇게 성공을 지킬 수가 있을 것이다. И, ну, Россия тоже должна добиваться успеха, как те же самые страны, которые рядом сейчас. который входит сейчас. 그러면 이제 저희 입장에서는 이제 미국을 가기보다는 러시아가 가깝고 접근성이 가깝기 때문에 자주 우리가 이렇게 접할 수 있는 이런 것도 부분도 있고 그런 여러 측면에서 굉장히 기대가 많이 됩니다. у России больше шансов все быстрее это сделать, потому что Россия близко возле Кореи, по сравнению там с Америкой, которые более далекие расстояния. Поэтому как бы, у россиян больше шансов быстрее все это сделать. 에트미를 지금 접한 여러분들은 정말 엄청난 기회를 지금 맞고 있는 것이죠. 기회가 성공의 기회를 먼저. быстрее добиваться успеха также. 오케이. 다음 물어보세요. Russia말 사이트 나왔어요? 러시아말 사이트는 지사가 오픈되는 나라만 지사가 오픈되는 그 시점에 맞춰서 회사에서 준비를 하기 때문에 일단 지사장이 만들 Сначала должен появиться
руководитель, то есть и офис, и потом тогда это все делается. Ветнам 같은 경우에도 내년에 내년 6월 달에 오픈되지만 아직 Вот Вьетнам они уже почти подготовили, но еще не открыт сайт вьетнамский, потому что он откроется, как только начнется открытие. Сразу сайт открывается. Так. И сарами, ну, кидарил ты, кисок, он же опен, он был. 기다릴 땐 피곤했었고 이거 믿음이 이제 없어. 러시아도 러시아지만 중국에 있는 사람들도 엄청나게 기다리고 있는 중. По сравнению с Россией китайцы намного дольше ждут, потому что им обещают еще ну самого давнего времени. Они очень ждут и им даже регистрацию не разрешили. 7년 전에 내가 팀을 시작할 때 그때 중국 사람들이 등록이 됐었다. Он начал в 2007 и тогда все китайцы просили, чтобы открыли им страну. 7년 만에 지금 러시아가 중국이 러시아같이 그때 등록이 돼 있다가 아직 오픈이 중국이 지금 아직 안 됐잖아요. 이게 и китайцы до сих пор, ну, китайцы очень долго просят, чтобы открыли. 러시아가 2019년도 내후년이면은 이제 임박했다 이렇게. Ну вот, а у России, в России очень быстро возможно открытие. Канзарам чина буну муравунника. Роща сарамдыри, роща то чаля альгоенника, роща сарамдыри мани то чусу и со, токе роща пали то опенанго, фунинго. Там ацендаги, там сарамдыри, кебельдонан, а то не фунгмангдарика. Ин хансарами Имел хинунде чалян хитама опсо. Кроме того, имел он уже хандельника, ты имел хандельника. Ты мне как чиназан хопенда. Чиназан хопенда, чиназан лапсанам. Тут есть. Да, чиназан он уже хандельника. Квадиры ходит, а рахеты да, будут его раскрывать. Ну, говорят, как руководитель ПС, тогда они смогут дать телефон для россиян, чтобы он смог общаться с ними. Хорошо, тогда если каких-то вопросов уже нет, тогда на сегодня. На сегодня видеоконференция закончена. Будет. Да. 이상으로 오늘 컨퍼런스 마치겠습니다. 네. 사실 또 새해 2018년도에는 정말 모든 분들이 행복한 새해가 되시길 바랍니다. 애트맨을 만나서 더 행복한 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 네. 감사합니다.
Очень, очень рада вас также в следующем году и всего хорошего.